Празднование Дня города и района в Темрюке прошло 9 октября на площади Труда. Со словами поздравления к жителям и гостям города обратились председатель Совета муниципального образования Темрюкский район Александр Шерстнев и председатель городского совета Ольга Гусева. Сегодня у нас знаменательная дата. День Темрюкского района и 75-я годовщина со дня освобождения Таманского полуострова, Краснодарского края и всего Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. 75 мирных лет. За эти годы мы сумели отстроить административные центры, поселки, станицы. Все краше становятся наши улицы. Но самое главное богатство Темрюкского района – это же, конечно, наши земляки-таманцы, которые очень любят нашу землю и прославляют ее. Всех с праздником! Всего самого хорошего! Счастья, благополучия, успехов! Ежегодно в День Темрюкского района присуждаются звания «Почетный гражданин муниципального образования Темрюкский район». В этом году ряды почетных граждан района пополнили Валерий Васильевич Сазонов и Валентин Петрович Семикин. Валерию Васильевичу звание присвоено за большой личный вклад в возрождение и развитие морских портов на Таманском полуострове. Валентину Петровичу – за большой личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Темрюкского района. Звание «Почетный гражданин города Темрюка» в этом году получила заслуженный работник культуры Кубани Тамара Ивановна Неведрова за многолетнюю трудовую деятельность, долговременную известность и авторитет среди жителей города. Церемония чествования жителей города и района продолжилась вручением благодарственных писем губернатора Краснодарского края. Были вручены медали за вклад в развитие Тамани. На главную районную сцену поднимались также руководители предприятий и учреждений юбиляров этого года. Дипломы за благоустройство территорий и активную позицию в решении вопросов местного значения получили руководители ТОС номер 5, 7, 8 и номер 11. В традиционном городском конкурсе «Индивидуальное домовладение образцового содержания» победила Елена Богатикова. А в конкурсе «Многоквартирный дом образцового содержания» лучшим был признан дом, расположенный по адресу улица Таманская, 10. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам всем, в первую очередь, здоровья, счастья, процветания нашему городу, чтобы мы вместе его делали краше. С праздником вас! Торжественную церемонию награждения в вечерней праздничной программе украсили многочисленные концертные номера лучших творческих коллективов города и района, а также приглашенных артистов.